Традиции этой самой массовой детской организации проверены и временем, и целыми поколениями. Сегодня пионерскому движению 90 лет. Сейчас в белорусских школах и лицеях создано около 3500 дружин. Галстуки красно-зеленого цвета носят около 600 тысяч детей. С юбилейной даты Белорусскую республиканскую пионерскую организацию поздравил президент Александр Лукашенко. Пионерская организация стала настоящей школой патриотизма, которая воспитала не одно поколение наших граждан. Сегодня она объединяет более полумиллиона девчонок и мальчишек и не только сохранила лучшие традиции, заложенные на протяжении всей истории развития детского общественного движения, но и приумножила их, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал юным пионерам достойно продолжать дело своих предшественников, а также здоровья, успехов в учебе и новых идей. Но ряды пионерии сегодня пополнили и новые активисты. Сборы торжественной линейки прошли во всех регионах страны. В Минске на площади Победы собрались школьники-лидеры из всех областей Беларуси. Ребята возложили цветы к вечному огню, а затем после торжественной клятвы октябрят посвятили в пионеры. Красно-зеленые галстуки им повязали ветераны движения и шефы. Многие из нынешних пионеров в будущем пополнят ряды БРСМ и продолжат активно участвовать в общественной жизни страны. Традиционным тимуровским движением, агитбригадами, трудовыми и экологическими акциями школьники сейчас не ограничиваются. В ближайшем будущем организация расширит свое присутствие в интернете. Больше внимания уделит IT-технологиям. Меня сегодня посвятили в пионеры. Я этого очень-очень долго ждал. Я чувствую себя очень-очень хорошо. Я буду теперь всегда помогать друзьям. Я обещаю быть лучше. Я буду помогать Родине. В 5 классе я вступила в пионеры. Пионером быть – это просто супер. Это такие эмоции, это все праздники, это все конкурсы, это новые друзья. Это очень хорошо. Мы помогаем ветеранам, мы стараемся помочь всем, потому что пионеры – это как бы первый открыватель. Он должен быть всегда первым всем помогать. И, ну, как бы, стараться хоть что-то делать, быть активным, не сидеть на месте перед телевизором, а сделать, помогать людям. Я в пионерской дружине 1 год, и быть пионером – это очень хорошо, потому что ты помогаешь ветеранам.